Привет! Бывает, что нам не нравится наше имя или даже фамилия, но есть совсем безбашенные родители, которые дали своим детям, ну уж очень странные имена, с которыми бедолагам придется мучиться всю жизнь. Об этом я и хотел бы вам сегодня рассказать и показать. Давайте сразу начнем. Первый бедолага, которому дали имя, зовут Люцифер, а полностью Меншиков Люцифер Константинович. Надеюсь, он выглядит не как-нибудь вот так вот. А тут у нас прям принц с принцессой. Павленко принцесса Васильевна и Павленко принц Васильевич. Не хухры-мухры. Пушкин Сергей Гавриил Русланович. О как! А вы говорите, у вас длинное имя с фамилией. А тут у нас кассирша Акрамшоева Насри. Это не призыв к действию, а просто фамилия. Буянь Балдырги Чингингин Оль. Блин, даже произносить как-то тяжело. А здесь, видимо, в детском садике соседствуют Маша и простая девочка Хадичахон. Простой житель Махачкалы Магомедов Килька Сазанович. Жену надо бы еще найти селедку, и будет вообще классно. А здесь вот недавно новость читал. Молодая пара из Перми назвала своего первенца Оливье. У них, оказывается, также в Перми детей называют люциферами и так далее. В общем, что-то не в порядке в Перми. А здесь чувак Дмитрий Бланко спрашивает, как назвать дочку. И один из троллей подкалывает: «Назовите Галина». На одном из форумов тут написала Анна Гаврилова: «Меня зовут Анна, мужа Алик, хочу назвать сына Аналик в честь нас, родителей. Нормальное имя?» Думаю, вряд ли сын будет счастлив в таком имени. А это вообще дурдом, как по мне, где имя и фамилия состоят из имени. В общем, Иван Олег пишет, типа: «Меня зовут Иван, фамилия Олег. Вы не представляете, сколько раз мне приходилось говорить, что Олег – это фамилия. Но наиболее интересная ситуация с моей женой, Ольга Олег». Юлия Марина пишет, говорит: «Как я тебя понимаю?» А Владимир Роман совсем пишет, не смешно. Тимирбеков Миллиард Наурызбаевич. Хорошо, не триллион. А в этом магазине работает блатная Лилия, не хухры-мухры, в натуре. А здесь, смотрю, в пятом классе прям какой-то герцог фон Вандербург учится. О как! В общем, те родители, которые дают своим детям всякие экзотические имена, очень странные. Маме-то с папой приятно, а вот маленькому Довокину еще жить с этим. Ставь лайк, если понравился выпуск, и подпишись на канал Bizarre World, чтобы не пропустить новые серии. Пока-пока!